Гипномедитация. Я впускаю в свою жизнь дорогие и крупные покупки. Я люблю жизнь. И я люблю радовать себя разными покупками. И очень люблю привыкать к стоимости, которая сейчас мне кажется, что это для меня дорого. Я люблю тратить деньги. И самое главное, я люблю загадывать, а что я хочу дальше? Чего я хочу больше? Я хочу пользоваться ежедневно теми вещами, которые меня вдохновляют. Пусть мой дом меня заряжает. И я хочу идти к тому, чтобы покупать более дорогое жилье, но очень комфортное для меня. Я хочу загадывать желания, и я это делаю. Наконец-то я не боюсь это делать. Я заявляю Вселенной, что я конкретно хочу. Да, дорогая квартира, дорогая машина, путешествия, поездки, да и, собственно, все, что меня окружает. Мебель, посуда, пижама, постельное белье, сама кровать, все вокруг. Я наконец-то начинаю хотеть большего. И я чувствую, как я заявляю об этом себе и Вселенной. Я хочу. И я хочу, чтобы это появилось в моей жизни. Я наконец-то готова ощущать себя достойной. Достойной всего этого. Я хочу идти к своему комфорту. Я очень люблю свой комфорт. Я ценю себя. И для себя, как для самого лучшего человека, я хочу реализовать все это в своей жизни. Я люблю деньги, и деньги любят меня. Деньги, я готова к тому, чтобы вы приходили под мои желания. И теперь у меня их становится много. Я достойна. Мне можно. Мне больше не надо прятать свои желания и куда-то их складывать. Нет, мне не нужно. Я больше не хочу загадывать что-то маленькое. Я наконец-то отпускаю себя на свободу. Я хочу много того, что мне нравится. Я хочу дорого. И пусть сегодня для меня дорого означает «класс, это тот самый маячок, к которому я хочу». Для меня становится недорого все. Я меняю отношение к деньгам, меняю отношение к ценам. И все, что для меня норма, становится и появляется в моей жизни, моей реальностью. Я хочу окружать себя и делаю это теми вещами, которые меня усиливают. Я хочу ездить в машине или на такси того уровня, который мне нравится, а не тот, который мне доступен сейчас. И я начинаю к этому идти. Я чувствую это. Новый путь. Я больше не оглядываюсь назад. Я смотрю вперед. Я вижу будущее. Я загадываю то, что я хочу. Я уверенно стою в своей жизни. Я наконец-то стала, чтобы идти. Я больше не сижу на месте. Я двигаюсь, потому что я люблю деньги. Деньги, я люблю вас. Я чувствую, как вы ко мне идете. И даже прямо сейчас, как будто бы я ощущаю мурашки по всему телу. И это означает, что я наконец-то открылась деньгам. Денежная энергия, я чувствую тебя. Я ощущаю, как снова и снова у меня появляется желание. Я наконец-то начинаю смотреть вокруг. А как живет мир? Как ходят другие люди? Как они одеты? На чем ездят? И я наконец-то начинаю вычленять то, что мне нравится, а не только то, что мне сейчас доступно. Я хочу. Деньги, я вас жду.
Желаний у меня становится все больше и больше. Я больше не критикую себя. Я больше не сдерживаю себя. Я хочу вкусно есть и красиво жить. Я хочу наслаждаться жизнью, потому что я женщина. Деньги я хочу. И я чувствую, что я этого достойна. И как только я начинаю прорабатывать самоценность, то, что я достойна, что жизнь для меня, все, деньги сразу ко мне идут. Спасибо, деньги. Вы меня многому учите. И не важно, что раньше я вас боялась, теперь я не боюсь, я хочу вас. И я чувствую, как меня это возбуждает. Да, я хочу наслаждать себя. И я хочу красивое нижнее белье. И я хочу украшения. И я хочу классный телефон, который мне нравится, а не тот, о котором я думаю, фу, пустая трата денег. Для себя я хочу самого лучшего. И я чувствую вкус жизни. Вау, какой он приятный, Боже. Я выхожу на новую дорогу. Наконец-то я выхожу на сцену своей жизни, где мне можно все. И все начинается с масштабного загадывания. Я хочу самый приятный и дорогой блокнот. Я хочу красивую ручку. Я хочу писать, наслаждаться и радоваться. Я хочу. Я больше не хочу ущемлять себя. Я это забываю. И как только я начинаю себя ущемлять в своих желаниях или фантазиях, стоп, я себя одергиваю, нет, такой я была раньше. Сейчас я обожаю новые желания. Я наконец-то хочу, и благодаря этому я чувствую жизнь. Боже, я хочу. И я начинаю верить, что это возможно. И это реальная правда. Я обожаю свою жизнь. Я учусь себя радовать. В первую очередь себя. Для себя. Потому что я женщина. И когда я даю себе больше и много, я меняю свою реальность. И даже свою семью. И даже дома как будто бы другая атмосфера и воздух, когда я счастлива и рада. Я женщина. Я хочу пробовать разные вкусы. Бывать в разных ресторанах, красивых местах. Я хочу выбирать к каждому празднику новый костюм, платье, туфли, наслаждаться. Я женщина, и я этого хочу. И чем больше я это делаю, тем больше во мне это рождается. Я люблю себя. Деньги, я люблю вас. Я люблю свои желания. И чем больше я мечтаю и погружаю себя в атмосферу, где нужно мечтать, тем больше денег у меня появляется. Я чувствую энергию. Спасибо вам, деньги. Спасибо, что вы есть. Благодаря вам я многое осознала и поняла, как я себя ущемляла до этого. Но больше я так не хочу. Наслаждаться в каждом дне. Я хочу этого. Каждый день, занимаясь собой, своим телом, я хочу любить себя. Использовать духи, не те, которые мне доступны, а те, которые мне понравились по запаху, не глядя на цену. Я хочу лучшую косметику. Я хочу крема, который мне нравится. Идти к косметологу. Идти в любую клинику, если кто-то заболел. Я хочу идти к лучшим специалистам во всем. Потому что я себя люблю. Деньги, спасибо вам. Я буду хотеть вас больше. И спасибо моим желаниям материальным, которые наконец-то ко мне приходят. Все. Я раскидываю руки и чувствую, я этого достойна.